Вопросы модернизации в сфере образования обсуждают на 5-й педагогической ассамблее. Ее открытие состоялось в школе номер 17. Больше 2000 учителей Щелковского района поговорят о различных методиках преподавания, подходах, изменениях в программах, рассмотрят и другие немаловажные вопросы. Педагоги встречаются в сентябре, и они должны обязательно изучить те тенденции, которые сейчас в системе образования не только региона нашего Московской области, но и вообще всей Российской Федерации. Они будут обмениваться какими-то своими методическими находками, знаете, такими вот жемчужинками, которые каждый педагог для себя в своем педагогическом опыте кристаллизовал. На открытии ассамблеи педагогам за внеурочную и активную общественную деятельность вручили грамоты и медали 25 лет Общероссийскому профсоюзу образования. Вы готовите то поколение, которое должно быть конкурентно способным в этом сегодняшнем непростом мире. И воспитание, и образование на сегодня будущего поколения является, наверное, самым главным. Учитель – это особое место в жизни. На самом деле, вместе с родителями он формирует нас, учит, открывает нас что-то. Мы все приходим такими сложными, маленькими. Находим свои любимые предметы, боремся с трудными предметами. Не все проблемы в образовании еще решены. Например, перевод всех школ на обучение только в первую смену. Педагоги уверены, две смены снижают доступность качественного образования, возможность неурочных видов деятельности и предоставление услуг дополнительного образования. В этом году более 2000 детей Щелковского района обучаются во вторую смену. Снизить эту цифру до нуля возможно посредством эффективного использования площадей школ и строительства новых образовательных учреждений. Мы надеемся, что 1 сентября 2017 года у нас все-таки будут заложены и ведутся в школу два образовательных учреждения. Это пристройка в школе Медвежьи озера и строительство школы в районе Солнечной. Ну и в дальнейшем в наших планах еще как минимум несколько школ. Это нужно обязательно построить школу в микрорайоне Жигалово. Необходима новая школа в микрорайоне Дальний Воронок. Также обязательная, мы назовем пристройку, но там фактически новая школа в микрорайоне Чкаловской. Марина Позняков, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».